Немного игроков в нашем белорусском баскетболе так умеют делать. Благодаря длинным рукам, благодаря хорошему балансу тела. Вот у Кати Новик это огромное преимущество. Двойной кроссовер надел, двойной перевод. На что если обратить внимание? Кроме владения мяча руками, очень важно, чтобы ваши ноги, ваше тело было под углом направлено вперед, чтобы оно аккумулировало энергию для быстрого рывка. Ее ноги всегда под углом, тело наклонено при этом она удерживает баланс и делает эти переводы мяча. Она находит небольшую лазейку, когда защитники предоставляют, и поскольку ноги заряжены, тело под углом, она сразу делает рывок в эту образовавшуюся брешь защиты.